Очень часто выбор высшего учебного заведения зависит не только от интересов выпускника, но и от желаний и возможностей его родителей. Если мама всю жизнь видела в сыне будущего инженера, ее навряд ли обрадует его стремление поступать на курсы кройки и шитья. С другой стороны, в этом возрасте интересы ребенка еще могут не раз измениться. В этот сложный период перед родителями стоит важная задача – помочь будущему студенту определиться с выбором профессии. На помощь папам и мамам два раза в год приходят специалисты НГТУ имени Алексеева, которые проводят для школьников профориентационное тестирование. Тестирование направлено на то, чтобы ребята-старшеклассники смогли определиться с выбором своей профессии в дальнейшем, а на данный момент с выбором специальности в ВУЗе. Задача сейчас это нелегкая, потому что профессий великое множество, специальностей тоже очень много. И поэтому профконсультанты Нижегородского университета проводят профориентационный тест и затем профконсультацию, на которой помогает ребятам взвесить свои способности, сильные и слабые стороны, скорректировать свои желания в соответствии с полученной информацией и в конечном результате определиться с выбором специальности. Программ по профориентации в интернете великое множество. Они также оценивают уровень способностей, интеллект, сферу интересов и на выходе выдают заключение. Но без помощи профессионала самому правильно интерпретировать результаты практически невозможно. Они с большим интересом слушают про себя, они себя узнают, они достаточно критичны к себе. Ну а мы помогаем как раз где-то, наоборот, удостовериться в своих способностях, где-то поверить в себя. Поэтому неплохо, когда родители с детьми приходят, потому что родители, как правило, все-таки получают советы, что делать в таких случаях, когда вот есть какие-то сложности в развитии. Ну и особенно, конечно, полезно, когда это не 11 класс, когда это и 7, и 8, и 9, когда ребенок растет, чтобы не сломать его, потому что очень часто, вот как сейчас даже случаи были гуманитарии, мы отправляем в математический лицей. Все мы хотим для своих детей только самого лучшего, а любимая работа – одна из главных составляющих счастливой и успешной жизни.